Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер, чистое, так сказать, небо. Итак, мы с вами сегодня отправляемся, значит, в деревню новичков. Вот, я здесь уже подготовил, да, в прошлой серии, в конце. Вот, отправляемся в лагерь новичков, поговорим с Сидоровичем, вот. Также посмотрим... Что из себя, короче, представляет там вот этот вот лагерь новичков именно в это время. Время до теней Чернобыля. Что там у нас интересного, как это было? Окей. Так, мы с вами прокачали, короче, наш чейзер. Надо будет проверить его в деле. Погоди. А чё он? Это... патроны не меняет. Окей. Ладно. Не меняет, так не меняет. Наемник, держись подальше! Началось. Наемник, держись подальше! Не люблю говорить под прицелом, мужик. Волшебной водки перепил, что ли? Даже не поделился, засранец. Так, здесь, по-моему, боеприпасы должны появиться, нет? Отлично. Водички, попей. Это мы слышали, да, этот анекдот мы слышали. Водички, попей. А тебе моя водичка зачем нужна, да? Так, вон то место еще мы не смотрели, кстати. Давайте по пути просто вот взглянем на... Просто местности. Может, что завалялось здесь интересное. Так, погоди, что там? Ящик пусто. Ящик пустой. Одни окурки. Это что? Нет, ничего не нажимается. Окей. Это там ничего не нажать, ничего не открыть. И давай наверх. Я помню, здесь в Чернях Чернобыля мы здесь с вами всякие тайники смотрели, искали его. Иди. Отлично. Бинты, аптечки всегда пригодятся, всегда не лишние. По пути, может, встретим еще каких-нибудь, не знаю, там, сталкеров, может, какие-нибудь задания еще выполним. Хотя, когда мы шли на блокпост, там вроде как бы по дороге никого не было. Я не замечал. Ну, может быть, появится здесь же как. Они же все равно бегают. Везде и вся эти сталкеры тут. Блях, вот этот целевой патрон, он какой-то не очень мощный. Почему не меняется? У меня нет других патронов. А, у меня этой нету. Дроби. А вот эти, видимо, не по... смотри, чейзер. Написано же, дробовиках спас 14 и чейзер. Интересно, детки пляшут. А, нет, смотри, перезарядил. А теперь обратно не перезаряжает. Что за бред? Почему? Странно. Очень странно. Чизер ведет себя очень странно. Расцвело, кстати. Да и есть хорошо. Давайте заглянем, короче, под мост. Туда мы еще не смотрели, не ходили. Здесь у нас фонит. Там монстра. Кабан. Ну, в принципе, далеко. Не буду я на него патроны тратить. Вот если прибежит. Он зассал. Он зассал, короче, ладно. Пусть. Тихо-тихо-тихо.
Не стреляй! Не стреляй, пожалуйста! Да? Семен, овечка. Овечка. Отцепись! Кто ты? Семен я, рядовой Овечкин, то есть. Водитель у Халецкого, это командир наш. Халецкий к сталкерам сказал отвезти. Доехали спокойно до насыпи, а как только он к сталкерам поднялся, они его заломали сразу, а я драпанул. Что делать будешь? Да как я туда вернусь? Ты что? Это ж трибунал сразу. Скажут, командира бросил. Так, пойдем со мной, если перебьем сталкеров, то спасем Халецкого, а потом хабар поделить сможем. Не буду я сталкеров трогать, ты чё? Нет, за военных не уговаривает, за военных я не пойду. Так, как в зоне оказался? Как оказался? Через моё счастье. Я ж думал в военкомате, что в часть под город отправят, а тут на тебе в зону. Ни письма написать, ни в отпуск поехать. Не, ну днем еще как везде, туда-сюда, наряд, строевая, здравия желаю. А как стемнеет, так креститься начинаешь. Бо страшно. Вот ставят тебя, мля, на периметр на ночь. Ну, стоишь, а оттуда вдруг завоет так, что прям до усрачки. И с каждым разом все ближе. Ну или сам ее увидишь, ту тварь. Я с таких караулов уже седой стал. А деды, сволочи, ночью придут, говорят: давай за литрой дуй. А куда дуй? Я счастья не выйду. Пусть лучше меня тут убивают, все равно не выйду. Вон Витька с моего призыва был, поддался дедам, вышел ночью. На утро следующее нашли. Сам синий, а глаза как колеса от БТРа. От страха кони двинул. Разрыв сердца. Жесть, короче. Так, чем я могу тебе помочь? Мой друган убегал от сталкеров и решил спрятаться в туннеле. Внутрь-то он попал, только выбраться не сумел. Так там и помер. Я пробовал ему воды и припасов притащить, только не смог. Там фигня какая-то творилась. Я его вижу в 5 метрах от себя, а пройти эти 5 метров не могу. Ты б не мог попробовать принести мне что из его вещей на память? Хотя сразу говорю, как туда дойти, я не знаю. Может, ты сам сможешь у сталкеров разузнать? Они о зоне знают больше нас. Ну ладно, хорошо, попытаюсь. Так. Что ты можешь мне предложить? Да ничего интересного. Окей. Так, найти КПК. А где мы будем искать КПК? Ага. Это, в принципе, в ту же сторону, куда и... куда и эту водку искали. Ну погнали, давай сгоняем, короче. В принципе, я... О, здорово, нифига себе привал. Как спрячешь пол, будет разговор. Да? Так, чем могу помочь? Ничем. Ну рассказывай давай. Да что тебе рассказывать? Вот чё вы от меня все хотите? Вот почему я должен вам все рассказывать? Я новенький в этой зоне. Я новенький. Это вы мне давайте рассказывайте. Что, как, куда можно податься, куда подойти, кого принести, кого убить. Вот им все рассказывай. Вот. Меньше знаешь, крепче спишь, знаешь такой, да? Так, погоди, кто-то здесь есть. Кабан. На тебе дротиком врыло. Бляха, что-то какой-то непробивной этот чейзер. Либо это дротики такие. Надо срочно дробь. Надо срочно... Свинья! Надо срочно дробь, короче, потому что здесь... Бляха. Вот от этих патронов... Толку нет! О, бляха! Так, я кровоточу. Да сколько у вас кабанят-то? На те. Бляха, столько патронов потратил на этих кабанов. Погнали.
Там еще костерчик, короче. Ну, возможно, тоже привальчик. Хотя там никого нет. Чисто пусто. Окей. А стой. Бляха, там забор. Там же забор, я же там не пройду, надо обратно идти. Надо чисто по рельсам идти. Так. Кстати, ту аномалию можно будет, можно как-то проверить, наверное, на эти, на артефакты. Может, там артефакты есть вот здесь, которая аномалия. А пока это делать не буду. Фиг ли нет прохода-то? Я уже 10 раз здесь прошел, короче. А вы мне все, нет прохода, нет прохода. Все хорошо. Успокойтесь. Ой, меня уже не запугаешь. Меня уже не запугаешь. У меня, кстати, есть какой-то КПК, может, подойдет ему, этому вояке, мой КПК. Блёха, так выносливость быстро кончается, что-то. У меня столько этих, энергетика нет. Либо сердце столько не выдержит уже. Ладно, почти пришли. Я так предполагаю, он там в туннеле. Собак здесь больше нет, да? Я здесь перестрелял всех. Вот хорошо, да? Вот светло, когда вот так вот хорошо. Вот так просто замечательно. А то, бляха, ночью вообще нихера не видно. Чё, бляха? В смысле? А чё за глюк? Что за глюк, бляха? А как? А чё? В смысле? Это баг? В смысле, а как? Ладно. Оставим для лучших времен, окей. Только зря смотался, бляха. Оставим для лучших времен. Но я не знаю, это либо баг, либо хз, что-то надо делать. Короче, напишите в комментах, что это такое, если кто-то сталкивался. Если это баг, то хрен на него. Это задание, это в принципе дополнительное задание, оно на сюжетку не повлияет, я думаю. Отправляйтесь, короче, в деревню новичков. Так, может, у них здесь появилась этот энергетик, потому что у меня все. У меня один остался. Наемник, держись подальше. Костер бы ненароком не залезть, чтобы не сгореть. Так, ладно. Там под мостом только вояк этот сидит, поэтому пойдем поверху. А ну-ка, здесь, по-моему, здесь тоже какой-то этот, да, ништяк, по-моему, лежит, да? А, пусто. Ай, надо было, короче, это аномалию-то проверить. Ну ладно. Потом. Я думаю, здесь еще не раз, короче, будем проходить, поэтому. Потом. А че не бежим-то? Почему? У меня вроде чуть-чуть выносливости есть.
Вот здесь-то надо бежать. Ладно, не слишком много, короче, радиации хапнул. Здесь аккуратно надо. Блях, постоять, что ли? Ты восстановится. Вот так. Отлично, подходим, короче, к деревне новичков. Можно убрать сразу ружье, а то он начнет. Оружие убрал! Я под дулом не разговаривал. Обязательно за это. Здорово. Ты так. Я не так, понял. Ты хотел, так что здесь стоишь? Так и здесь и стоишь. Так, ладно. Давай обыщем, короче, хибары. Что у нас здесь интересно? Здорово. А, этот обычный НПС, поэтому он нам ничего не скажет, он только там скажет, типа, как дела и все это ДТП. Так, окей, здесь смотри, нычка чья-то. Патрон для пистолета. В принципе, нахер они нужны. А, у Сидоровича по-любому должны быть какие-нибудь патроны. Какой-нибудь интересный хабар у Сидоровича. Это ж торгаш. Это же еще тот торгаш. Так, я помню здесь. Да стоп. Собака, дай пройти. Да в смысле? Это же еще тот торгаш, короче, да? А, здесь только это. Ящики из-под картошки. Ладно. Эй, наемник, какими... Давай ему зло врубай. Подходи, пообщаемся. Волк. Слышь, я с волчарами не разговариваю. Да хорош! Да я тут... Да в сумку, да брати-то... Да... Говнюк. Да, да. Раньше, что столько таскать на себе придется. Потом... А ты не таскай. Еда. А ты не таскай. Ты же в лагере. Сбрось пока. Отдохни. А, это волк, да? Или нет? Да. Это волк. Заяц волк. Я к нему пока не буду подходить. Я пойду в первую очередь с Сидоровичем по базарю. Вот, может, у него там что-нибудь интересное приобрету. Бляха, что-то пусто. Что-то не густо вообще. Что-то как-то вообще грустно все. Ничего нет. Так, я сюда заходил? Да. Здесь чье-то спальное место. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Так я в себе и не целюсь. Чем? Ножиком? Печка. Почтальон печка. Так, что здесь? О, там ништяк. Отлично, дробь. Вот дробь хорошо. Проверим чейзер с дробью. Я думаю, нормально будет выносить. А та вот, она, короче... Которая целевая пуля. Надо четко попадать просто. И то у него пробиваемость не очень. Либо это чейзер такой. Хотя, бляха, он прокачан-то получше, чем двухстволка. Эй, да ты пушкой-то не маши. Не люблю. Да какой пушкой? Не прицелом, мужик. Это разве пушка? Это разве пушка? Эй, это да разве пушка? Не маши. Для вот пушка. А это так. Ножичек. Пусто.
Тихо, патронов пистолета понабирал. Тут, а, кстати, скорее всего, можно здесь тайник будет сделать у Сидоровича, да? Если, как вот в тенях Чернобыля. Скорее всего, я думаю. Поэтому тоже сейчас посбрасываем там что-нибудь. У нас будет тайничок в лагере, там у сталкера. Прицелом, мужик. И тайничок здесь. В принципе, если... у Сидоровича тайник нельзя сделать, то мы сделаем, я думаю, вот здесь, вот в той коробчонке. Так, я сюда заходил, нет? Пусто. Да я думаю, здесь ничего нет. Я думаю, нам... хорошего ничего сюда не пихнут. А интересно, помнишь это? Бронька-то там где-то наверху на дереве или где-то на крыше была. Интересно, здесь она есть? Так, ладно, давайте отправимся, короче, к Сидоровичу. Отправимся к Сидоровичу, пистолет с глушителем такой достал. Пойдем поговорим. Здорово! Здорово! Сколько лет, сколько лет? Рад тебя видеть. В херо у него аптечек, ты посмотри. Давай о деле поговорим. Давай, давай, сейчас. Сейчас, сейчас, минутку. Давай о деле поговорим. Смотри такой. Лупоглазик. Лысый лупоглазик. Ну чего стоишь? Так, говорят, у тебя недавно сталкер был, интересовался редкими деталями. Припоминаешь? Хм. Да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? А, что могло бы освежить твою память? О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные, и слову моему верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный. А хабар и того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайна, покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Такой вообще... Смотри, просто глазами хлопает, сидит. Жесть. Так, а да, что конкретно нужно сделать? Будь сталкером. Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держат под замком Халецкого. Это так зовут командира местных вояк. Разбирайся со сталкерами, как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс с хабаром был у меня. Попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. А, я только что разговаривал, короче, с военным, да? Он говорил про командира Халецкого, который захватили эти... сталкеры. Это получается тот, который в тюрьме, ну, там, за решеткой сидит, да? Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Че там, чеши до главного быстро? Так, окей, давай посмотрим, что у него есть. Не забывай, я все. Посмотри, расскажи себе. Да, я помню. Так, а что тебе рассказать? Я человек старый, здоровье это ж, вот шалит, сижу тут тихонько, никого не трогаю, купи, продай, небольшую имею. А, птички там, колбаски до консервов ребятам. Копеечка, копеечки, все лучше, чем на пенсию жить. Скромничаешь? Мне про тебя совсем другое говорили. Чего злые языки не набрешут? Да, я не знаю. Да и не знаю я тебя. Покажи, на что способен, тогда, может, и пооткровенничаем. Так, что здесь происходит? Бардак, если одним словом. Сталкеры с вояками сцепились раньше, хоть какие-никакие правила были. Вояки держали периметр, сшибали деньги со сталкеров, но зато и глаза кое на что закрывали. Ну, гоняли бывало для порядка сталкерства, оно же вне закона.
А теперь что? Теперь нету больше правил. Сталкеры вон думают, что они на коне, как же военные их прижали. Как же военных прижали, кордон под свой контроль взяли. Только ж ведь не видят они дальше своего носа. К чему все идет? Да вояки без начальства в штаны наделали. В штаб не рапортуют. Не то верно, ведь все их левые дела тут же всплывают. Но рано или поздно будет на блокпосту проверка, все и вскроется. И вот тогда случится спецоперация. Как пройдет тут батальон спецназа, никого из сталкеров не останется. А на блокпосту всех заменят. Вот как торговать потом. Связи восстанавливать, товар туда-сюда таскать. Эх, молокососы. Так еще. Объясняю еще раз. Ты мне принеси хабар, из-за которого сталкеры с вояками поцапались. Вот тогда да? отвечу на твои вопросы. Окей. Так, что можешь предложить? Моя часть сделки в электрощелке элеватора. Лезть в него спокойно, если аномалия рядом нет. А электричество и так давно кончилось. Так сколько будет стоить? 100! Что там все-таки? Понятия не имею. Бляха, Сидорич, он хитрожопый. Он... Не буду я покупать. Мне хоть и сотка, но мне все равно жалко. Ну не то, что жалко, но... Сидорич хитрожопый, может какую-нибудь херню подсунуть. Давай, кем пришел? Давай здесь посмотрим. Смотри, здесь есть... комбинезон Заря. Но у меня не хватает, ничего. Я просто посмотрю. Давай вот... Дропи купим. Дропи купим, короче, аптечки заберем с, вот с этим, короче, совсем. Так, ну и в принципе все. Да ладно, 3980, а чё так дорого-то все? Эй, Сидорович, ты чё, сжри обратно свое. Я не буду у тебя ничего покупать, ты че? Хера такой. Хера расценки. Так, ладно, здесь вот мы, так, 5. 5, вот это вот. Стоит? 5, 5, 2. Так, для автомата я оставляю все патроны. 5. Так, для пистолета не знаю. Вот это и вообще, нафиг оно нужно. Давай вот так вот. Вот так вот оставим, короче. Чтобы веса много. Ты с кейсом не тяни. Окей, ну в принципе все нормуль. Все нормуль, а Сидорович нам сказал, я так понял, надо возвращаться обратно туда, к сталкерам. Привет, брат, что скажешь? Да, все нормуль. Так, еще волк хотел с нами поговорить. Опа, вот это я заберу. О, вот это да, вот это да, вот это я заберу сейчас все. Это мне пригодится. Я люблю побегать. Так, тут садок для новичков, а не лагерь наемников, парень. Задание у меня от Сидорыча. Нужно к сталкерам на мазу мотнуться. Ага, ну так это за железной насыпью. Там, да, там настоящий рай для сталкеров. Спасибо. Так, есть работенка. Смотри, можно работенку. В принципе, можно по... Если у него есть работенка, можно поработать на волка пока. Расскажи о себе. Я здесь вроде главного. Учу уму-разуму, зелень пузатую, очкариков всяких типичных, чтобы их на первое... же заходик из левая не цапнула. Ух, тяжко это учить. Сам-то я уже натоптался по зоне. Кусок жизни тут оставил. У тебя сюда, думаю, на кордон уже бог знает когда пришел. Только злая ведьма какая-то ворожит. Не иначе. Выбраться никак не получается. То вояки с рейдом нагрянут, то вон выброс шибанет. Да и деньги, если честно, бывает предлагают работу выгодную. Так от чего бы не взяться. Знаешь, как оно? Думаешь, что ну вот еще этот последний выход, и все, сваливаю. И вот так раз за разом. Окей. Так, что за работенка? Один из моих ребят все никак не может смириться с тем, что его считают новичком. Решил в одиночку пойти и стаю собак вынести, чтобы уважения добиться. Он мало и вправду не промах, только все равно я за него переживаю. Молодой он, голова горячая. Можешь пойти до его, по его следам, если что, как бы случайно помочь ему. Да окей, не вопрос. Не вопрос, помочь сталкеру. Окей, помочь сталкеру, пошли. Пошли, поможем сталкеру. Так, ружье, ага. А почему ты не меняешь? Что за бред? Почему он не меняет? У меня же есть эти дроби.
погоди. Провалено? А чё его? Не, так не пойдет. Почему провалено? Я не хочу проваливать это задание. Я хочу помочь сталкеру. Я хочу помочь этому новичку. Погоди, я сейчас вдали, короче, с автомата сейчас. Я сейчас с автоматом. Ну, знаешь, я обычно играю, ну, провалил задание и провалил, да, вот эти дополнительные задания. Но, как бы, сейчас я почему-то хочу помочь. Так, это вот те собаки, которые напали? Да, бляха, что ты такой... Че он такой-то? Хилый-то. Так, бегом. Погоди, вот надо... Вот пока они там, короче, шли, надо было их гасить. Я сейчас пока добегу, короче, его убьют. Вот я тебе говорю. Надо, короче, пока они вот со стороны идут, короче, их перегасить их. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Не знаю, вот эти вот провалы считайте за смерть. Так, вот так. Да куда побежали-то, бляха? Это я по вам стрелял. Да в смысле убей ты эту собаку? Да ёпти мать! Чё за дичь? Гранату буду туда кинуть, но бляха, вместе с собаками взорвется и вот этот новичок. Ух, новичок-то, вот проблем-то с этими новичками-то, бляха. Да куда ты, в смысле, чё ты там, ветку что ли стрелял? Давай быстрей. Да беги ты! Сейчас загасит опять. Вот я тебе говорю, сейчас загасит. Так, что ты там убьешь одну? Одна осталась, ёпти мать. Не сдохни, не... Да сука! Он одну собаку не смог убить. Одну собаку не смог убить. Типа крутой, бляха. Ой. Возомнил ты о себя. Всех собак. Да, меня съела собака. Я не видел вообще. Не по нос, так золотуха, как говорится, да? Я здесь! Давай, на меня! Так, стой! Не дохни! Да блин! Три собаки! Три долбаные собаки, и я не могу это пройти! А почему? Потому что вот этот сталкер-новичок... Бляха, вот, у меня просто слов нет на него! Просто нет на него слов. Да и строго! Нет! Живи! Отлично! Хорошо! Бляха, меня сейчас съедят! Ты только... Да ёпти мать!
Че свои ноги под пули подставляет? Жесть. Просто жесть. Вот так вот помогай после этого людям. Он меня загасил, короче. Я не понимаю, почему дробь в чейзер не берется. Тихо! Меня не съешь! Все, отлично! Последняя! Давай, агрись на меня, агрись! Ты там, бляха, по мне не стреляй, а! Взял привычку. Ты где? Можно передохнуть маленько. Можно. Сопроводи сталкера. Пошли! Чё, и сопровождать надо? А куда ты бежишь? Нам же в лагерь новичков надо, да? Он вроде где-то там, или это я потерялся уже? Чё пешочком-то идешь? Пошли! Ты где, бляха? А чё у меня? А, у меня выбрано это другое. Я думаю, куда это все мне показывает-то? Вот. Идем. Все, можно оружие, наверное, убрать. Здорово. Где ты там, бляха? Не теряйся там. Все, получить награду. Получить награду. А награду у кого получает? Награду, наверное, у волка, да, получить надо. Окей. Так. Что ты можешь? Я проследил. О! Отличная работа, сталкер. Надеюсь, это мало отобьет у него желание геройствовать. 500. Ага. 500. Да пока вроде как с самыми справляемся. Окей. Окей, друзья. Да. Что, слушаю? Окей. Давайте посидим. Бляха, дождь идет. Ну, давай. Что расскажешь? Вот здесь сядем. Окей, друзья, давайте на этом закончим. Вот. Отправимся в следующей серии. Мы с вами. Так, водочки надо выпить. Надо выпить водочки, батончиком закусить. В следующей серии мы с вами отправимся в тот лагерь, куда нас отправил, короче, Сидорович. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.